Декан или ректор. Его студенты обычно считают грозой. Вызов к нему на ковер способен спровоцировать неприятный мороз по коже. Мы решили спросить студентов Рыбницкого филиала Приднестровского госуниверситета, как выглядит их директор. Каждый из них описал его очень искренне и вдохновенно. Лохматые волосы, такой бородатый, можно сказать. Он такой мужичок старенький такой, можно сказать. Такой страшненький немножко. У него волосы скручены, там всякие разные серьги, такие украшения в волосах. Высокий, грустный мужчина, длинные черные волосы, борода треугольная, тоже очень-очень длинная, темные карие глаза, широкие брови, большой нос. Он обычно с белой пышной бородой, в красной шапке, одет в белый красный халат, ну, там в красный халат чаще всего, конечно, там в сапогах, вот. Он белый, круглый, три шара, морковка, глазки, носик и улыбка. В очках, слепой или нет, я не помню. Как художник можно писать его как шикарного, толстенького, такого пушистого. Я помню, у него очки, я помню, он ходил с палочкой такой, как инвалид, вот, и хитрый. Большой, волосатый, с животом, ну, вроде так как-то. Большой мужчина с такой бородой черной и немного вселяющий страх. Злой и добрый одновременно. Рыжая борода, такой злой, предатель. Ну, плохой мужик. Шумные, веселые, розовые, кругленькие. Очень своеобразный нос. Напоминающий монетку. Веселые, озорные, прыгучие, разные по цветовой гамме, да, шерсти. Бьют копытом, наверное. Но в их возрасте они больше прыгают по камням и возвышенностям. Но если подрастут, то, скажем так, мужчины будут стучать копытом, наверное, да. Считая, что студенты народ веселый и креативный, наша съемочная группа разыграла опрашиваемых в универе и устроила опрос-перевертыш. В своих ответах молодые люди и заведующая кафедрой красочно описывали сказочных персонажей. Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.